Те же грехи, которыми большая часть из нас прогневляет Бога ежедневно, большей частью почитаются маловажными, почти не заслуживающими кары небесной. Не так судит о грехах Бог. По уверению апостола, каждый грех, как бы он ни казался нам маловажным, заслуживает вечное наказание от Бога, если мы не поспешим очистить его покаянием. Возмездие за грех – смерть. Что такое грех? Грех есть беззаконие. Иоанна 1, Иоанна 3:4. Есть нарушение закона, данного Богом. А кто сей Бог, которого мы так бесстрашно оскорбляем противлением Его святой воли? Он есть святых святейший, пред лицем которого ненавистен всякий грех и омерзительна всякая неправда. Что же делает грешник, преступающий закон Божий? Он оскорбляет его святость. Эти люди называют грехом маловажным. Бог есть наш любвеобильный Отец. Что же делает грешник, беззаботно нарушающий волю Его? Он отвергает любовь Его, уничтожает Его величайшие благодеяния. И можно ли какой-либо грех почитать маловажным, когда он есть не только нарушение воли Божией, но и исполнение воли врага Божия дьявола? По слову Божию, изобретатель греха есть дьявол. Всякий грех, сколько бы ни представлялся нам маловажным, совершается в угодность врага Божия дьявола. И творящий грех есть от дьявола, так говорит Иоанн Богослов. Неужели это маловажно, что человек вместо воли Божией творит волю врага Божия дьявола? Всякий грех по отношению к нашей душе есть то же, что болезнь по отношению к телу. Оставьте без внимания незначительную болезнь тела, и она легко может превратиться в болезнь тяжкую и неизлечимую. То же бывает и с болезнями духа. Если и одной искры иногда бывает достаточно для того, чтобы произвести пожар, то удивительно ли, если и малый, сперва незначительный порок, оставленный без внимания, постепенно возрастая, наконец доводит человека до высшей степени нечестия. И все величайшие грешники, погубившие тело и душу пороков, не вдруг сделались таковыми. Потому-то Господь Иисус Христос и предостерегает нас от неверности даже и в малом, и строго наказывает за нее, что неверный в малом легко может сделаться неверным и во многом. Лука 18:10. Что многие незначительные пороки обращаются в привычку, от которой трудно бывает нам отстать без особенной помощи Божией. Из многих примеров Священного Писания можно понять, сколь оскорбительно для Господа Бога и малое нарушение Его святых заповедей, когда за это многие из людей строго были наказаны небесным правосудием. Жена Лотова,
Заодно запрещенное ей любопытство превращено в столб сланы. Сестра Моисеева за один ропот на Моисея поражена проказою. Сам Моисей за одно слово некоторого сомнения в силе Божией должен был умереть вне земле обетованной. Оза поражен смертью за то, что необдуманно хотел поддержать кивот завета, охраняемый самим Господом. Давид за одно намерение исчислить своих подданных навлек на них трехдневную язву, погубившую несколько тысяч человек. Анания и Сапфира пали мертвыми при ногах апостола Петра только за то, что утаили пред ним часть из проданного ими имения. Таким образом, наказанием людей и за малые, по-видимому, проступки Господь подает страшный урок тем из беспечных грешников, которые, проводя жизнь своего греха, думают укрыться от гнева небесного правосудия под милосердием и благостью Божию, не заслужив их. Посему мы не должны почитать маловажными никаких грехов, не должны позволять и малому, по-видимому, злу укорениться в нашем сердце, дабы не дойти до ожесточения, нераскаянности и не лишиться навсегда благодати и помощи Божией, без которой невозможно спастись. Научим лучше бояться Господа, не прогневлять Его и малыми, по-видимому, грехами, помня слова апостола, что возмездие за грех – смерть. Тогда будем свободны от грехов и великих и тяжких, будем иметь надежду спасения и помилования на суде Божием. Из души полезных чтений. Аминь.